Семья Нускабаевых из Актюбинской области победила в национальном конкурсе «Мирели от Басы-2016». В столице состоялась церемония награждения. Уже по традиции триумфаторам вручили ключи от автомобиля. В этом году конкурс проводился в третий раз и был приурочен к 25-летию независимости республики. Сабина Тургаева расскажет подробнее. Алила и Абдулла Нускабаевы уже более 70 лет идут по жизни рука об руку. Глава семьи – ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Красной Звезды, Отечественной войны первой и второй степени, награжден медалью маршала Советского Союза Георгия Жукова и юбилейными медалями победы. Вместе с супругой они пережили и годы войны, и голод, вырастили 10 детей, воспитали 30 внуков и 23 правнука. Один из них родился буквально накануне победы семьи на национальном конкурсе «Мирели от Басы». Абдулла Ата говорит, секреты крепкой семьи просты, как и все гениальное. Самое главное в семье – это единство и взаимопонимание. Нужно уметь ценить друг друга. Ну и, конечно, любовь. Без нее никуда. Я желаю всем большой любви. Спасибо всем, кто поддерживал нас. С супругом согласна и Алила Нускабаева. Она уверена, для счастья нужно немного. Лишь бы дети были рядом. И, кстати, чем их больше, тем лучше. Я желаю вам дожить до наших лет. Пусть и детишек у вас будет столько же. Все, кто сегодня здесь, это даже не все мои дети, внуки и правнуки. Не хотела говорить, но все же скажу. Рожайте как можно больше детей. Это настоящее счастье. После церемонии награждения Чету Нускабаевых еще долго поздравляли. Даже соперники считали своим долгом выказать уважение и восхищение семейными ценностями этой пары. Всего до народного голосования дошли 16 семей. Хотелось бы отметить, что в этом году участие приняло гораздо больше семей. Это их количество 2579. Это гораздо больше того, что было в прошлом и позапрошлом году. Это очень радует, потому что популярность самой семьи, понятие семьи в нашем обществе сейчас возрастает. И, безусловно, это очень радует. К слову, и тех, кто не выиграл, внимание мне обделили. Каждая семья-победитель регионального отбора получила грамоты и ценные призы. В этом году проведение «Мирели от Басы» было приурочено к 25-летию независимости Казахстана. Это неудивительно, говорят участники. Родина, она же с семьи и начинается. Сабина Таргаева, Ерлан Наурызбаев, Астана, Хабар-24.